Главным образом россияне заводят несколько кредитных карт, на всякий случай показало исследование Райфайзенбанка. Кредитные карты – удобный инструмент для получения денег, не трогая накоплений. Из-за высокой конкуренции каждый банк старается привлечь клиентов скидками от партнеров к кэшбэком, длинным льготным периодом. В прошлом году респонденты часто говорили, что используют кредитные карты для погашения другого кредита, в этом о подобном минул никто. Подробности читайте на сайте.